На профильном комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Орловского областного совета народных депутатов большое внимание уделили реализации программы формирования современной городской среды на территории области. Ее цель, напомним, повысить качество проживания граждан. В этом году участниками программы стали 47 муниципальных образований области, в состав которых входят поселения с численностью более 1000 человек. Из федерального бюджета Орловской области в 2018 году выделена сумма в размере 158 миллионов рублей. Это субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, которые направлены в 47 муниципальных образований. Это 156 миллионов. И 2 миллиона – это субсидия на обустройство мест массового отдыха населения моногородов, которые направлены городу Мценску. За средства межбюджетного трансферта правительство Москвы благоустроено 11 общественных и 4 придомовые территории. В 2019 году на реализацию программы планируется потратить более 699 миллионов рублей из бюджетов различных уровней. В городе в 2018 году сдано 78 дворовых территорий, в приемке которых участвовали собственники, заинтересованные лица. Кроме того, для экспертизы привлекались специализированные лаборатории. У нас есть в настоящее время состоящий из 91 двора. Составлены сметы и согласовано с представителями собственников 73 дворовых территории. Сметы на сегодняшний день уже на 150 миллионов рублей, 73. Поэтому практически все дизайн-проекты до конца года должны подготовить. В 2019 году финансирование приоритетного проекта в Орловской области вырастет на 160 миллионов рублей. В целом программа будет работать до 2022 года.